доберутся к тебе сквозь тучи. Ты не грусти, во вселенной нет места лучше нашей земли. Ее береги вместе с нами и на помощь поспеши к тому, кто ждет твоей руки. Мы будем рядом, и только позови хотя бы взгляд. Скажи, и мы уже спешим к тебе. На любом краю земли с тобой всегда эко-ТВ. Мы рядом, ты тут не испарилась, тебе не надо. Смотри, прекрасен мир моей земли. За руку всей возьми планету, знай, обойди. Планета Земля – это твой дом. Это дом тех, кто рядом с нами, за кого все мы в ответе. Смотри, как их жизнь зависит от каждого из нас. Смотри, как они ждут тебя, как они ждут твоей помощи, твоей руки. Наши телезрители, прошу обратить ваше внимание на очень важную информацию. С 25 ноября телеканал ЭКО-ТВ переходит на новую частоту. Если у вас есть спутниковая антенна и ТВ-тюнер, то вам необходимо поменять на них свои настройки. Благодаря этому вы также сможете смотреть множество других интересных телеканалов. Обратите внимание, что спутник остается тот же, АМОС, меняется только частота. Это значит, что с 25 ноября на этом телеканале вы будете видеть телеканал Тонис. И, соответственно, на телеканале Тонис вы будете видеть нас, ЭКО-ТВ. Настройки займут у вас не более 3 минут. И для того, чтобы вам было проще разобраться, мы сделаем это вместе прямо сейчас. Возьмите, пожалуйста, ручку или карандаш, либо любое другое записывающее устройство. Я постараюсь все пункты диктовать медленно, для того, чтобы писать. Итак, начнем. На экране отобразится команда «Введите пароль». Обычно это 4 нуля. Вводим 4 нуля и нажимаем кнопку «Ок». Как правило, это самая большая кнопка на вашем пульте. Перед вами появилось главное меню. С помощью кнопок со стрелками выберите раздел «Установка» или «Поиск каналов». Нажмите кнопку «Ок». Перед вами окно с техническими параметрами. Давайте их правильно заполним. Закладка «Спутник». Выбираем «АМОС позиция 4W». Напоминаю, что заполнение параметров осуществляется с помощью кнопок со стрелками, то есть соответствующих кнопок на вашем пульте. Закладка LNB-тип. Выбираем «Универсальный». Но, скорее всего, именно такой уже у вас стоит. Частота 10806. Нажимаем цифровые кнопки на вашем пульте. 1, 0, 8, 0, 6. Идем дальше. Символьная скорость должна быть 30 тысяч. Выбираем из предложенных вариантов 30 тысяч или нажимаем цифровые кнопки на вашем пульте 3 и 4 нуля. Остается поляризация. Выбираем горизонтальную. Мы заполнили все технические параметры, поэтому нажимаем кнопку «Ок». Поздравляю! Вы обновили свой тюнер.
Если вы не успели произвести какие-либо важные технические настройки, не расстраивайтесь. Этот ролик будет повторяться несколько раз в течение дня. До 25 ноября. Кроме того, вы можете позвонить по номеру телефона, который вы сейчас видите на своих экранах. Это служба нашей технической поддержки, которая с удовольствием поможет вам устранить все технические неполадки. Для нас очень важно, чтобы вы оставались вместе с нами. Мы хотим продолжать делиться с вами новой, интересной информацией. Поэтому ждем вас 25 ноября на новой частоте. Міледі Телевіжн – телеканал про стиль життя сучасних і прогресивних жінок. Програми телеканалу «Міледі Телевіжн» спрямовані на розвиток особистості, адаптацію до нових постійно мінливих умов життя. Канал намагається допомогти жінці орієнтуватися в повсякденні. Знайти цікаву роботу та виховати дитину, налагодити гармонійні взаємини з чоловіком і подолати конфлікти та депресії. А також обрати товар або послугу, зробити будинок затишним та комфортним. І, звичайно, бути завжди найкрасивішою. Усе це можливо з телеканалом «Міледі Телевіжн». Авторитетні фахівці та консультанти високого рівня нададуть телеглядачам корисні поради та допоможуть розібратися у всіх питаннях, які актуальні для сучасної жінки. Мовлення телеканалу базується на принципах подачі до ефіру тільки якісного та цікавого продукту. Наші передачі задовольнять потреби усіх вікових категорій. Кожен може знайти програму до свого смаку. Діти побачать в ефірі телеканалу повчальні програми та цікаві мультфільми. Дівчата отримують поради завдяки інформаційним передачам та знайдуть надійного провідника у складний дорослий. Здійсни подорож у світ справжнього жіночого секрети. Хороші новини. Дорогі матері, зачесав тільки любов, і всі це мені світ лягла.